Приветствую всех на канале, с вами Алекс Клар. И сегодня у реаниматора вышел очередной спойлер к клипу Nightmares. И я предлагаю его разобрать. Не будем тянуть, но мы начинаем. Итак, читаем приписку. Я могу истребить их вид, если захочу. Киара доводит пиглинов до грани исчезновения, пробиваясь через бастион. Но что или кого она ищет? Ну, что я могу сказать? Эта приписка не несет особой важности. Хотя это зависит от определенной точки зрения. Например, из данной приписки мы поняли, что Киара хочет вернуть какую-то вещь. Либо же она ищет какое-то существо для того, чтобы свершить свою месть. Если рассуждать по хронологии, то, скорее всего, события данного кадра происходят после того, как пиглины уничтожат таверну Незербайджан. И, быть может, в таверне был какой-то дорогой Киаре человек. Это был точно не Кейн, так как Кейн все это время должен находиться с ней. И плюс к этому ей с кем-то надо разговаривать, по идее. Либо же, по событиям предыдущего кадра, мы поняли то, что в сарайчике пиглинов герой наткнулся на что-то интересное. Возможно, это был похищенный человек. И этот человек был свидетелем той резни, которую устроили пиглины в таверне Незербайджан. И, быть может, с этим человеком похитили и какую-нибудь девушку. Возможно, у Киары была младшая сестра, и поэтому она так бурно реагирует на похищение. А возможно, у ней украли какую-нибудь драгоценность. Только сам клип ответит на этот вопрос. Ну, на изображении позади Киары находятся резные блоки бастиона пиглинов, фонарики душ, биом лавовых дель, также позади нее протекает водопадик лавы, и находится арка из андезита. А сама Киара очень сильно ранена. Но либо же она просто в процессе драки и испачкалась кровью пиглинов. И как мы видим, она все еще жива. Когда же она сдохнет? Ну и в принципе на этом все. Каких-то сверх вещей я не заметил. Поэтому я с вами прощаюсь. С вами был Алекс Клар. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.